Густерка. Вот это поклевка. Кормушка не вымылась. Ну, такая густерка. О. Ребята, всем привет! Сегодня выбрались на речку Висла. Третий раз подряд пытаемся разловить, понять эту реку. Как видите, сегодня я сижу в кустах. Хотя в прошлый раз сидел чуть-чуть левее, на комфортном месте. Но ребята, мои коллеги по рыбалке, сказали, что лещом принято делиться. И заняли мое место, отправили меня немножко правее. Но тут немножко другой рельеф. Будем пробовать тут ловить. Я думаю, что тоже разловим это место. Приехали вчера с вечера. Хорошенько промерились, немножко закормились. С утра встали затемно, докормили немножко точку. И начинаем бомбить. Начинаем бомбить. Ловим, я ловлю на двух дистанциях, одна подальше, в 40 метрах, другая поближе, даже одна 45 метров, вторая в районе 30 где-то метров. Тут очень интересный рельеф, есть и течение, небольшая браточка, есть несколько русел подряд, глубина колеблется в русле где-то в районе 4,5 метров, туда уходит яма левее, есть ямки до 6 метров. Вот я стал на двух бровках нижних. В общем, будем пробовать. Я думаю, что у нас все получится. Была первая поклевочка, которую я увидел. Но, возможно, рыбка уже сидит. Посмотрим сейчас. Да. Густерка. Вот, поменял дистанцию. Начал кидать близко к берегу. Вдали ничего не клевало, а тут рыба стоит, поклевывает. Такая вот густера. Так, ну что, будем бомбить пока, значит, ту рыбу, которая ловится, по-спортивному. Конечно, кормушку стоит, наверное, поменять на такую дистанцию. Сотка, это очень много. Ловил, получается, 42 метра, 42 оборота. Вообще ни одной поклевки. Вторая удочка, 30 метров, тоже ни одной поклевки, ни одного обсоса. Сейчас вот кинул выход с русла и наверху, на верхней бровке, две кормушки и две рыбки. Рыбка не крупная, но она там сосредоточена и поклевывает. О, есть. Да, вот она, где рыба вся стоит. На падении клюет. Странно, что тут плотвы нету. В прошлый раз ни одной плотвы не словил. Густерочка. А нет, это белоглазка. Сейчас проверим теорию.
растительной насадкой. Сейчас попробуем поставить перловочку. На опарыш мы уже поняли, что клюет все. Опа, на перловочку отличная густера клюнула. Хотя это не густера даже. Нет, густера. Такая вот густерка. Да, вот удивительно. Час, наверное, мы пробовали дистанции, которые отмерили. Все по фэншую. Низ бровки, перепады, ракушка, камушки и ни одной поклевки. А рыбка стоит в другом месте. В большом количестве. Даже не думает никуда уходить. Еще на перловочку попробуем. На перловку неплохо клюет, кстати. И крупная рыбка. Ну такая, не мелочь, скажем так. Тише, тише, тише. При ловле на растительные насадки важно, чтобы эти насадки были в корме. Ловим мы на пинку. В принципе, пинка — это самая популярная насадка в Польше. Ловят и зимой, и летом на нее. Мотыля не используют. Очень редко я видел, чтобы кто-то ловил на мотыля. И продается он тоже как бы в малых объемах, в малых количествах и стоит довольно дорого. Такую вот 56 граммов сейчас поставим вместо 100. Будем лучше видеть поклевки, приятнее будет рыбку вываживать. Да, когда у вас рыба вообще не клюет, никак себя не показывает, пробует разные дистанции менять, выходить с русла наверх, разные глубины, высиживать не стоит долго. Особенно если это река, на реке корм разносится быстро, рыбка стоит в разных пластах, в разных течениях. Ну, вот сейчас посмотрим на легкую кормушку, будет видно поклевка. Не подносит, это хорошо. Кидаем близко, тут такой затишок у нас без течения. Легкое течение совсем. Длинный поводок, возможно, и плохо видна поклевка. Рыба клюет и с этим поводком не уходит далеко. Прямо на месте пытается переварить, переживать этого опарыша. Когда уже она засеклась, тогда укололась, может отбежать. И тогда уже поклевка более явной становится. Стоило поставить пинку, и провал прошел. Ух ты! Какая... О, это подлещик. Это подлещик уже хороший. Отвалился. Нет, ты там не уйдешь. Там слишком густые кусты, братан. Укоротил поводок до где-то 50 сантиметров. Вот такой поводочек у нас. И поклевки очень четкие. Прямо размашистые. Когда стоял в два раза больше метровый поводок, поклевки еле-еле. Достаешь, там уже рыбка сидит. Что-то не крупное. Такая вот, да, минусы еще короткого поводка, что рыба не успевает заглотить иногда. Ух ты! Вот это поклевка! И нифига! Поклевка была резкая и отстрел. Опа, парни, неслись. Блин. Это у нас кто такой? Это густерка. Если у нас стоит мелочь колом, но есть и разная рыба, мелкая, крупная, средняя, то мы будем делать с вами? Мы будем менять насадку. Можно попробовать растительную. Растительную мы уже пробовали. В принципе, клевала более-менее густера, крупнее. Сейчас мы попробуем поставить червячка. С ним мелочь тоже
справиться не может, а вот кто-то покрупнее может позариться. Ну, что-то неплохое. А нет. Кормушка не вымылась. Ну, такая густерка. Что-то уклейку подсачиваешь там? Не, у меня густера. Полный рот корма. Я думал, рыба, а это корм. Не вымыло. Но поклевки тоже были. Ну что, ребята, мы позавтракали, попили кофейка и дали точки, так сказать, отдохнуть. И готовы снова к бою. Бомбить леща, который вот-вот должен подойти, по ощущениям. В прошлый раз подошел где-то с 9 до 10:30, пока ни у кого не было крупной рыбы, густера, наверное, грамм 250 максимум. Но не будем терять надежду, как говорится. Рыба на точке стоит, мелкая. На дальних точек рыбы нету. О, бомбит. Да, со старта. Влетает. Влетает рыбка со старта. Ну, не такая маленькая. О, какая рыбуля. Такой вот подлещик у нас там на точках стоит. Нет, это густерка. Ну, вот сколько тут, грамм 200. Может, чуть больше. Вот такие вот рыбки сегодня влетают. Ну, подлещик. Но пока не крупный дядька. Вторая точка молчит. Опа! Нет, у нас все еще мелочь. Все еще мелочь. Лещик пока не прогоняет никого. О! Хорошая поклевка. Но рыбка не очень. На ближняке. Густерка. Поклевка была неплохая. Ну что, ребята, вот и закончилась наша рыбалочка очередная на речке Висла. Получается, что это вторая рыбалка подряд на этом месте. Были мы тут неделю назад ровно. Приехали сюда еще раз. Обычно мы не практикуем такое два раза на одно место, но были тут, скажем так, нерешенные вопросы. В прошлый раз мы наловили, я наловил лещей, словил 4 леща. Ребята рядом сидели, рядышком совсем, и у них лещ не клевал. Поэтому мы хотели это дело проверить, посмотреть, в чем была причина. Ребята сели на мое место, замешали такой же корм. Сели на такую же дистанцию, я сел рядышком. Пробовали мы очень много разных дистанций, насадок.
упирались нормально по рыбе. Вчера очень долго искали место. Все тут, в принципе, пробили. Кидали диппер. Рыбку каждый из нас поставил успешно. Рыбка стала на точку, клевала в течение всего дня. Но бонусов не было. Наверное, бонус это подлещик грамм 350. Лещ сегодня не подошел. Вот, но тем не менее, рыбалка получилась отличной. Лето продолжает радовать. Сейчас давайте посмотрим рыбку и будем ее выпускать. Опа. Зацепились. Ну, вот такой вот у нас результат. В основном густерка, подлещик. Было несколько плотвиц. Вся такая рыбка средних размеров, пивных. Отпускаем рыбку. Опа! Опа! Давай, рыбуля. Все. Почти вся выжила. Но так, что не выжила, скушают раки, чайки. Так что, ребята, до новых встреч на новых реках. Пока.